Привет всем, вы на канале Bear и Game, мы продолжаем проходить Cry of Fear, Крик Страха. Вот мы с вами, смотрите, где остановились, вообще чудесное место, просто обалдеть, какое прикольное. Арсений нам написал, что фонарик нам уже вроде как не нужен, и мы его можем выкинуть. Здесь у нас сохранение, давайте мы вот здесь фонарик как раз таки и выбросим. Фонарик и шприц и два пустых места. И еще нам Арсений, товарищ наш, написал, что здесь очень много оружия, патронов, шприцов, всего для того, чтобы нам, так сказать, пройти до конца и чтобы у нас все получилось. Здесь фонарь, здесь сохранение, давайте искать. Где у нас здесь? Где-то рядом с домом. Я здесь какую-то обойму собрала. Здесь не открывается, дверь не поддается, это не поддается. Машинка. Внутри все разбито. Это как я с дедушкой пину умер, помнишь, вообще-то? Дети на улице кричат. Помнишь, как я с пину умер, с дедушкой общался? У детей перекличка. И у дедушек когда-то был. Это не ребенок, это голос, как у деда какого-то. Смотрите. Ах ты гад, со спины нападаешь. Гнида. Какая у тебя рожа дерьмовая. Со спины напал, представляете? Блин, я хочу переиграть. Да? Конечно. Фу, как он отвратительный. Этот ребенок, как будто какой-то монстр. Жесть, ёпта мать. Ладно, сохранюсь так и быть. Сейчас мы надо... же к нему, как говорим, опасан. Идем, как дедушка Арнольда говорил, ближе к нему, Арнольд очень сочи. Шуба, все. О, бежит, как козел. Дробовик, вот эта штука. Зато смотрите, здоровьюшка осталась. А что, сейчас на обои мои камень. 4 патрончика. А, ну да, да, да. У тебя нет ничего? Ух ты, паскуда трупная. Хоть глянуть. На меня похож, гнида. Не, он не на тебя похож. На меня? На кого-то он похож, исчез. Действительно. Да, исчез. Все разбито. Будем искать, что он здесь. Он похож на Сему. А, точно, точно. Жесть, вы, конечно, не притча такая же. Вы, конечно, не знаете, кто это, но это наш сосед с первого этажа. Он бухарик, в общем. Ну, он такой нормальный человек, достаточно дружелюбный и... С высшим образованием. Активист такой, скажем так. Он всех тут на уши поднимает, включает музыку, чтобы все слышали. И поет еще так... Не, он не поет, он очень громко разговаривает. Нет, ты шла, тогда он такой с водочкой... А я иду, шагаю... Что-то там напевал, я видел. Но да. Он так уже напился, что у него ноги пухнут и чешутся. Он их мажет кремом, сидит и вызывает себе скорую. То, что ему плохо, реанимацию. Ноги отказывают. Пьет водку. Да, ноги у него отказывают. Но ну, пьет. Это так, это мы так рассказали про соседа. Приходят ему дети поделились. Пощекотать ноги. И куда нам патрон... это? Что делать? Где враг? Когда мы... Для револьвера. Ну, закончим сегодня. Не знаю. Посмотрим. Если она закончится сегодня, yeah. То значит мы ее сегодня закончим. А если она сегодня не закончится, значит мы ее сегодня не закончим. У нас же есть лимит, да? Идем 20 минут до сохранения. Нет, если почему? Там... Может пройдем уже? Ну а что же сейчас это, наверное? Ну, как бы да. Когда? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Обходи сверху. Нет, хер кусты обойдешь. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж делать-то? Сохранить. Иди. Что делать надо? Блин, что-то мы никак не можем никуда уйти. Ну, идем. Что ты там ешь? А, шоколад. Шоколад. Сегодня... Белый. Сегодня шоколад. Черный ем. Плохо сплю от какао. Я выпью. Попробуй, попади, называется. Блин, вон он. Вот он. Это какой-то этот.
деревцо какое-то. Какое деревцо? А, ну да, да. Ха. И не попасть же в нас-то, а? Смотрите, как можно, да, идти. Блин, а мне бы туда сходить, конечно, проверить. Куда они? Зачем мы идем? Куда? Чего надо? Сейчас я до тебя доберусь. И тебе мало не покажется. Где мама? Ёптым, как ты его увидела? Я не увидела, я просто стрельнула куда-то. Глок, да ладно, мы глочек нашли. О, что там еще есть? Выкидывай, приз принимай. Так, вот смотри, вот это оружие у нас скоро должно закончиться. Да? Или не скоро? 9 обоим, что ли? Глока у нас 5. А вот этой вот фигни у нас сколько, интересно? Шприц? Шприц. Шприц. Даже не знаю, жаль его пока принимать. Короче, здесь оружие лежит, если что, мы за ним вернемся. Пока что мы постреляем вот из этого. Ух, я бы уже набрал бы, побежал бы к козлу финальному. Ой! Чё, знакомое? Чё-то знакомое, да, чё-то знакомое. Ладно, 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 мы идем. Да не, в дома не надо, может быть. Так не я надо. Проверяю, чтобы здесь что-то полезное может лежать. Вон эту каждую. Мы уже ничего не можем взять, все. Инвентарь полон. А припасы? Фиг, у тебя 9 обоим. Или 9 патронов. А я хочу 10. Присядем. Кто-то там... Ах ты сволочь! Мразь. Ладно, мы... О, смотрите, мы, видите, мы собираем. Вот теперь можно, кстати, здоровье принять. Ну, можно. Мы приняли здоровье, и у нас еще один шприц остался, ладно. Ладно, ничего. Да. Так, я здесь была, не была? Была. Все проверяем по 10 раз. Блин, они здесь везде за углами стоят. Не поддается, ничего тоже нет. Ты тоже поглядывай внизу там или куда-нибудь, может что-то будет лежать. Угу. Вот, может быть, в эту дверь можно будет зайти. Сейчас мы тогда... А, вот в эту даже можно зайти. Я думала, в ту можно зайти. Где гниль? Эй. Не, я не хочу, меня так не устраивает. Может, фонарик надо было выкинуть? Да, вот теперь фонарик понадобился. Это единственная дверь, куда он по-любому только зайдет. Все. Сюда не пройди. Дверь не поддается. Здесь у нас... Фу, нахер на молоток. Короче, я предлагаю прогуляться за фонарем. Как? Блин, нам же сказал Арсений, что он не нужен. Ну, здесь вот не включается никакого фонаря, здесь нет. Я здесь оставлю какое-нибудь оружие. И схожу за фонарем тогда, потому что, ну, видимо, никак без этого. Ну, подумаешь, чуть-чуть пробежимся. Зато врагов нет. Просто можем бегать по... И заодно сохранюсь сейчас. То мало ли что там. Подумаешь, двоих убили, как блядь. Сюда. Побежали! Вот я как знала, что он понадобится нам все равно. Так. Нет, я, конечно, думала, что может быть и не понадобится. Ты же сказал Арсений, сказал, что да, он не нужен. Да, да, вот Арсений, ты нам написал, что он нам не нужен, а он нам, оказывается, нужен. Как мы там увидим, такая темень. Да, кстати, надо сразу переставить. А что переставить? Переставлять нечего. Ну... Ну, я уже как-то не поддается. В чем прикол? А, вот и эта дверь, точно. Напугала, а?
Вот теперь все видно. Свет не включается, не включает. Так, вот дома я вообще боюсь, эти дома самые. Ой, ну как вот эти вот сейчас делают игры такие на 5 серий, вот эти вот с такой же графикой, тупня, эти хорроры мелкопакостные, полная лажа. Индюшки-то? Да, дерьма кусок. Шприц подобрала, я не знаю где. Просто нажимала е-е-е все время. Ну пойдем, ладно, у нас уже всего до хера. Где главный босс? Когда мы убьем его уже? Выходим на веранду. Нет, еще рано выходить. Я еще здесь не осмотрелась. О, так все нормально. Ну так, для этой игры нормально. А так, конечно, квадратненькая. У нас револьвера нет, нахер нам эти патроны. Кто-то, я кого-то слышала. Кровать, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй, инопланетный. Какой-то инопланетный монстрик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, кто где? Ты видишь кого-нибудь? Здесь осмотрим. Еще шприцок. Слушайте, жесть, как нам много всего дали. Зачем это так много-то, ёпта моя? Жилая зона, знак. Сохранение бы дали. Тоже было бы. Я не вижу. Я вас... А, вижу. Кто? Ах, педрила ты, долбаный, со своим молотком, дебил, сбежал из психушки, весь красный. Шприц принимай. Шприц принимай. Еще одна кровать. Да, да похер на нее, нахер мне нам нужны. Че нам побежали в задах, у нас куча всего. Если игра позволяет, надо валить отсюда. Три шприца, капец. Пойдем. Ты хочешь его убить, что ли, все равно? А куда? Нам же туда идти? Туда, назад. Куда назад? Вот сюда, по-моему. Зачем сюда? А, нет, значит туда. Чё, ну что ты меня путаешь? Ты так дрыгалась, ты, что как, я же запутал. Как ты, я дрыгалась? Ничего я не дрыгалась. Не дрыгалась? Да пробегай его, и нахер он нам нужен. Какой-то оборотень потный. Перезарядочка. Перезаряжай автоматически, Сэм, или кто ты? Самуэль Джексон, перезаряжай. Перезарядку будешь делать? Ты мне такие вопросы задаешь. Ты понимаешь, как здесь сложно делать перезарядку? Здесь надо сначала выбрать одно оружие без фонаря. Фонарь надо убрать. Потом только нажимать R для перезарядки. Когда одно в тебя 10 монстров. Дебильная игра. Когда да? в тебя 10 монстров стреляют. Когда там... мы, Катя, по кругу крутимся, мы можем этих серий наделать. 50-60 серий, если мы вот так вот будем топтаться на месте. Что ты здесь летаешь? Тебе что, делать в жизни нечего, что ли? Обоссался, обосрался, прилик к собственной параше и перевернулся. Пойдем на пожарную машину. Чего мы здесь делать не имется? Мы уже в Нортвилл прибыли. К маме идем. Какие-то козлы. В голову попробуй, в голову. Еще кто-то стрелял. Да. А у них ничего нельзя? Нельзя? Нет, у них ничего нельзя, кроме пасты. Они уже обделали штаны. Будем кидаться хотя бы пастой в глаза. Здесь ты уже была, пойдем. Здесь он, конечно, не пройдет. А, еще GTA San Andreas немножко напоминает, да? Нет, там что-то такое дерьмо есть. Ну, там тоже такие домики, помнишь, где Карл жил, самый первый домик? Ну, зайдет, фиг, а нет, не зашел. Бери. Внутри все разбито, теперь это бесполезный хлам. Да, внутри велосипеда куда же. Да, и везде заглянул. Ну, садись, иди, фиг. Фонарян фигня.
Куда ты нас все идешь? Игра, ёб твою налево, 40 серий уже. Сколько можно вести нас куда-то? Это мое личное мнение, я вот так вот скажу. Не могу 40 серий играть. Меня бесит, что сохранения не дают. А, ну да. Че, бежать обратно, сохраняться, что ли, твою мать? Может, сейчас будет. Давайте сохранение. Что так все медленно? Мы куда-то вышли? Да. А, ну вышли. Значит, можно поменять. Ну, по крайней мере, мы уже где-то около его дома, да? Он же где-то здесь живет, судя по... Ну, Симон. Он где-то здесь живет. Это же его район. Неплохой такой район, да? Смотри, как все, все так нормально. Мне кажется, если идти, можно идти прямо, нам надо идти прямо. Мне кажется, бессмысленно в эти дома заходить вообще. Ну я понимаю, ты меня сейчас подгоняешь, да? Нет, я понимаю. Я не подгоняю. Ты именно этим и занимаешься. И пьет Тагайки, сейчас вспоминаю Ленина. Девушка Ленина выиграла революцию против буржуазии. Буржуи, правительству было насрать на людей, поэтому началась революция. Жили, жрели, на людей было похер. Ходили в валенках потных. Потели. Это же не просто так дают. Меня беспокоит, что мы там два оружия оставили и оставили какой-то пистолет. Ничего. Меня вот это беспокоит. Если мы хотя бы к нему еще какие-нибудь патроны бы нашли, я вообще была бы счастлива. Потому что пистолет, он все-таки не такой мощный, как дробовик, правильно? Ну, он стрелять может хотя бы дальше. Наконец-то я дома. Надеюсь, с мамой все в порядке. Пойдем домой. Так я же вообще не знаю, где его дом. Это он знает, где его дом, а я-то не знаю. Вот этот, а, красный, может, розовенький вот этот дом? Нет. И не розовенький даже. Может быть, вот этот дом? Вот этот дом. Сохранения нет, еще заново начинаем. Дебилизм. Мама! Мам! Где ты? Мам! Мама! Сохранить, посмотри, сохранение. О, хороший медальник, ошибись. Иван, ох, класс. Покекал. Ну, хоть у Саймона дом побываем, да? Покекал сразу в ванну, бульк. Столько шли, вот это наш приз. Побывать в гостях у Саймона. Где сохранение? Надеюсь, тут монстров не будет. А то все возможно же, да? О, сохранение. Спасибо, спасибо, спасибо. Ой, спасибо, спасибо за сохранение. Давай, сейчас гасить будешь, чувачка. Так, что мне надо сделать? Перезарядить или что? Как там? Перезарядить. Вообще-то три есть. Пять. А, я имею в виду, сейчас три патрона, да, есть. Нафигу, когда тебя гасить будет, успеешь? Ух ты, ух ты. Где мама? Садись и вешайся. Ты вообще дома? Нашел какую-то книжку. А это кто? Он. Да? Да. А это кто? Папа. А это он же. Чё за фигня? Всё, война. Игра зависла. Всё, опять босс. Глюки, да? Босс. Я ничего не вижу, ничего не вижу. Ой, 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 ой. Ты на колясочке? Ой, я на колясочке, да ладно. Ой, да действительно еду. Что-то как-то плохо видно все. Что там, ёб твою мать? Рука? Что? А свет можно? Три обоймы, смотри. Инвентарь есть? Нет, нету. Саймон. У Саймона здоровье.
Нет, а вот нет, мы, видимо... кажется, не туда. Ай, 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 как неудобно-то, я ничего не вижу. Да ты не едь в темноту, зачем тебе в темноту? Да я пытаюсь развернуться, тут вообще... Мне кажется, туда на руку надо было. Да разверните шушу вы куда-нибудь. Выход, вот здесь выход нарисован. Ну, пойдем. Я понимаю, что это за вообще жесть, хрень какая-то полная. Пойдемте к руке к этой. А выход там написано, я, ну пойдем. О, появился проход, смотри. Какие-то крики. Давай, давай, ковыляй, ковыляй, Саймон на колясочке. Это вообще рука или что это такое? Не знаю. Ты едешь или что ты там делаешь? Вообще не понимаю, почему о, ты... Ой, задолбала меня эта игра уже. Ой, 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 что ты вообще на коляске делаешь? Туду. Развернись. Ты разворачивайся. Коляской разворачивайся. Давай попробую. Попробуй. Какие-то глаза на нас смотрят. Какие-то руки. По каким-то рукам едем. Все, это... Короче, бедный Саймон. Он сошел с ума и... Чтобы ехать, вот так вот жми, смотри, вот так, оп, вот, кнопку вперед и вот так вот, вот это, управляй, ну вот. Ну ладно, попробуй ты. Я может, не буду драться, нахрен, мне эта игра уже задолбала, я не хочу 40-серийные игры играть. Нахрен она мне нужна. Бей, 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 стреляй, стреляй, целься, 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 ты куда-то вверх. Твою мать, ну я же говорю, целься, на. Че он все едет-то, ёб твою мать. Хоть разочек в него попал. Ну вот не попал. Где-то я такое управление уже видел. Чтобы развернуться, надо назад и в бок. Вот так вот смотрю. Это как будто, знаешь, в какой-то старой очень игре, так какая-то вот. Управление? Угу. И чё? Куда мне? Симон, мы тебя достанем. Не, он нас убьет все-таки. Убьет, конечно. Сколько у него здоровья, сколько у нас. Дебилоид, ты едь на своей тарантайке, долбанный ты упырь. Не понимаю, Саймон Саймона стреляет, ёб твою мать. Какой гумосек придумал это управление? Ты же мне только что говорил, вот так надо управлять. Так я так управляю, вот. Просто ну, я не хочу уже управлять. Вот, все, я еду нормально. Не хочу, там эта потная лампа. Как козла гасить? Я не успею, надо перезарядить. На, гаси, эти педриловская игра уже задолбала меня нахер. Хом. Свит хом. Задолбала нахрен. Козла загасите, конец игры. Даже титр показывать не будем. Взад эти титры. Подотритесь этими титрами. А если мы... А, ну ладно. Я думала, если мы у этого Саймона выкинем все оружие, чтоб тот Саймон живой не мог стрелять. Но, наверное, это не сработает. Поймай. Давайте вколем, что ли, это напоследок. Ладно. Не знаю. Может. Зачем ты в него вкалываешь? Мы же его убить должны. А у него все равно там полное здоровье. Пропускай эту херню. Шел вон! Не, здесь нельзя пропустить. Моя мама варит кофе, может быть, подождем или кого там варит, я не помню уже. Твою мать, этого козла надо просто как... Он как-то стреляет и потом вверх, знаешь, тык-тык-тык-тык вверх идет. Чё, не может тык-тык-тык, а он вверх как-то поднимает руку, идиот. Кто так сделал? Кто так стреляет? Вот, стреляешь, дун-дун-дун-дун-дун, рука не поднимается вверх сама. Надо парашу эту пройти уже, второго этого Саймона.
Чего ты? Чего ты там падаешь, Ильич? Глюк, все. Он упал куда-то. Нет. Где это мудак появится сейчас? В общем, развернуться в ту сторону, вот так на. Вперед или назад, и вот эти две кнопки, в общем. Назад влево, назад вправо. Назад вправо. Гнида сейчас появится. Сколько его гасить-то? Мы не сможем такого загасить. А здесь, кстати, три обоймы дали. Значит, видимо, если мы даже оружие другое возьмем, у нас все равно будет только пистолет. А мы здесь его не сможем уже взять. Все, это конец игры, наверное. Типа босс легкий, вот это он бегает, как зайка с серенькой. 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 Вон это дерьмо бегает. Эй, подожди, сейчас я только развернусь. Назад и влево. Ты только не стреляй, мне надо развернуться. И прицелиться. Давай потихоньку, где этот мудак будет здесь? Надо как и постоянно в него попадать, а он куда-то вверх стреляет. Вот это мне выморозь был. Он сейчас здесь появится, да? Не знаю. Мне кажется, похер куда стрелять. Вот где-то здесь, наверное. За углом. Колясочник, ты-то кто вообще? Откуда ты? Я не знаю, откуда он, с какой стороны он появится. Ну пофигу, углом. Видишь, как этот дебил стреляет? Он хорошо стреляет, а этот гумосек, который едет на этой коляске, стреляет как дурак, вот так вот. Чё, ты заика, что ли, твою мать? У тебя рука заика? Идиоты. Да мы сдохнем заново, начиная кать. Педрила долбаная. Зачем этот разработчик такую лажу подсунул? С будуна, что ли? Я вчера выпил немного. Или я дурачок, больной на голову. Всё, последний раз. Срань это, я не играю, в общем. Я за то, чтобы человек сам выбирал игры. Люди советуют, да, они советуют. Ну, блин, да, пока не попробуешь, сам не ощутишь, что это за параша, то... Похер. Я твой выбор не оскорбляю, я просто... Думай про испытания в Darksiders, я тебе говорю, вот что да, скажу. Да. Вот как надо рот затыкать. Да. Козел, чё он так стреляет? Можно как-то стабилизировать этого мудака? В том-то и дело, что вот эта вот мышь, он не поворачивает. Он повернет только если я вот АД нажимаю, понимаешь? Только так он поворачивает. А если я нажимаю А, он может резко повернуть. Не так, как мне надо вот именно в него прицелиться. Он резко разворачивается. Говна кусок, а не игра. Очнись, больной, на голову, очнись! Больнящий. От травмы хотящий. После этой игры мне захотелось поиграть в Half-Life. На, 100 серий, что ли? Будешь еще издеваться надо мной, что ли? Ну, если это мод сделан по игре Half-Life, это же, ну, как бы игра, но как бы мод. Я не могу уже это слушать, я не могу видеть это управление, я не могу видеть этого мудака, который не может проехать. Он, видимо, одной рукой там как катает ее. Пистолет вообще можно убрать? Куда ты едешь? Так, я ни в какой игре еще так не стрелял. Так нельзя стрелять. Жесть, если ты калека еще и стреляешь так. По дебилям. Вот, фиксируй, стреляй. Он хорошо. Бум, 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 а этот. Хабзец.
Что там за мужик орёт? Что он там вообще орёт? Что ж такое? Назад налево, назад направо. Это отвратительное просто управление. Alone in the Dark ещё хуже. Alone in the Dark? А, этот-то, да. Сдох, падла. Вот так надо стрелять. Охренеть, видели, да? Вот как надо стрелять. Как? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как... И он... Что, типа, чтобы он свалил побыстрее. Перезаряжай еще одну обойму. А что эти 4 патрона? А у него, смотри, сколько жизней. Нам что, вообще на него пистолета не хватит? Блин, нам не хватит 3 обоймы. Это надо четко все попасть в этого гандона. Вот как же ты едешь, ты не... Слушай, ты дебил со своей коляской. Да, ну тогда стреляй, только. Я бы не ругалась, просто действительно выбешивает управление. Ничего не могу с собой поделать. Вот сейчас он здесь появится, вон там. Вот за углом. Да? Блин, перезаряди, я не знаю. Че 3 патрона у вас? Ну, в общем, думай сама. Сразу надо было перезаряжать, говорили. Ну смотри, уже жизни почти половина. А у нас труба. Сейчас бы больше у него стрельнуло бы. Чё эти 3 патрона? Пока он перезарядит у нас. Долбанёт. Жесть, я просто ненавижу эту игру. Просто вот я откровенно говорю. Она меня задолбала. Я так долго играть не люблю вообще. 20 серий, 25, все. Это хорошо для игры. Но 40 серий это перебор. Ладно, ты же мне ее и предлагал. Забыл? В смысле предлагал? Лёша на предложение поиграть в Крайфиру. Ну, ты же согласна. Я говорю, во что бы... Ты же сама говорила. Я говорю, во что бы страшненькое такое поиграть? Что бы такое придумать? Пойдем. О, а Кать, выбери Крайфир. Тебе предлагали. Хама предлагал. Да. Ты же сама говоришь, тебе игра понравилась. Я свое мнение сказал. Я не люблю такие долгие игры. Я презираю такие долгие игры. Ну смотри, как он дебил стреляет. Смотри, он стреляет как дебил. Перезаряжай, фигня. Да мы сейчас сдохнем. Хоть бы козлу шприц бы дали. Но я дальше не доезжал. Офигеть, у него оружие против калеки. Какой сюжет тупой. Зачем они это в конце сделали? Против калеки такого сильного парня выпускать. Который еле едет на этой сраной коляске, блин, под себя ходит. Прощаться я не буду взад нахер. У меня настроения нету нахер, взад все. Даже эти звуки мне уже сточертели. Поскорее бы новые игры мы начали. Да откуда этот дебил появится? А что ты здоровье-то? Если он стреляет, как бы дерьма кусок. Мы его не сможем убить. 4 обоим мало, надо 6 обоим. С таким козлом управлять, который ни хера не может стрелять. Пошло все взад. Пока. Ладно тогда. В следующей серии уже будем заканчивать. Пока.